Йоу, народ, это снова я, Тайфун Бруклин, и мы продолжаем с вами учить вторую сотню самых известных хип-хоп-танцев по моей девизе. Итак, следующий наш танец, это довольно-таки интересный, я бы сказал, своеобразный танец. Он не очень похож на танец из хип-хопа, но все-таки он таким и является. Называется он Four Corners, как вы поняли, это четыре угла. Итак, значит, тут самое важное, это у нас бедра, да, как и во многих танцах. В первую очередь работает здесь таз, да. Мы будем двигаться, как у нас, вы уже поняли, есть углы правый-левый, задний-передний, да. Точно так же мы будем двигать свои бедра в один угол, в другой, в третий, по очереди. Один, другой. Оп, оп. Получается, мы делаем выпад, бедро направляем вперед, назад, в другую сторону. И в другую. Раз, два. Раз, два. Можно делать шаг приставка. Шаг приставка. Можно делать просто. Когда ноги на ширине плеч стоят. Покажу вам лицом. И в угол, в угол, в угол, в угол, в угол, в угол, в угол. И оп, 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 оп. Ну, дальше свою фантазию проявляйте сами. Фокус. Окей, people, следующий наш танец из нашей горячей второй сотни. Это танец из Мемфис Джукина, называется он Advanced V, это усложненный V. V это простой достаточно такой степ из Джукина. Итак, мы будем передвигаться, собирая носки пятки вместе в одну сторону и в другую. Но в Advanced V в чем фишка? В том, что мы это будем делать на одной ноге. На одной ноге. Вторая нога в это время. Свободная нога. Вот мы, например, двигаемся влево, значит мы направо двигаемся. Будет находиться в стороне или вырисовывать какую-то фигуру. То же самое в другую сторону. Может просто находиться в стороне или вырисовывать полукруг или какую-то фигуру. Оп. Можно оставаться сзади, спереди. Еще разочек. Носок пятка, носок пятка. А свободная нога у нас просто находится либо в стороне, либо свободно двигается, насыщая фристайл различными движениями. Это Advanced V, Memphis Джукина. Йоу-йоу-йоу-йоу, people! Это я, Тайфун Бруклин, мы продолжаем изучать уже вторую сотню хип-хоп танцев и дополнять ваш фристайл все новыми интересными шагами, делая его как можно более насыщенным. Следующий наш танец называется Back Jump. Это Back Jump из Джукина. Мемфис Джукин – это стиль новой школы из Мемфиса. Танец довольно-таки интересный, но, в принципе, он как бы в Джукине играет определенную роль, но во фристайле этот танец его не очень часто используют. Ну, вот. Чем-то он мне напоминает на шаг старой школы. В общем, много текста. Давайте к делу. Итак, Back Jump. Мы делаем кач. По сути, это кач. Кач вниз, 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 вниз. Есть такой танец в старой школе, но я просто не помню, как он называется. Вот. Он танцуется быстро. И раз, два. То есть на каждый счет получается два кача. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Вот, не могу вспомнить, как он называется, в старой школе. Жукин, он делается с небольшим отличием, что у нас поднимается нога в сторону. Вот. Можно касаться ее, можно не касаться, можно просто поднимать в сторону. Можно добавлять руками движение. Можно не добавлять. Вы же знаете, я приветствую Христа. Покажу вам лицо. И раз, два. Раз, два. То есть быстро, 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 быстро. Шаг танцуется. Очень быстро. Это бэк-джамп. Мэнтис Жукин.